Пошел. Подвижные игры, литературные программы, ярмарки, танцевальные и исторические реконструкции. Этнофестиваль «Культурная мозаика народов России» прошел в парке Раздолье. Организатором выступил окружной библиотечный информационный и методический центр. Все библиотеки нашего округа и помимо этого еще и представители домов культуры Одинцовского городского округа представляют свои программы. Мы представляем разные народы, которые проживают на территории Российской Федерации. Мы рассказываем об их обычаях, об их истории. Конечно же, рассказываем о тех книгах, которые посвящены тем или иным народам. Площадками для проведения фестиваля стали амфитеатр, детская и спортивная площадки. Здесь прошли творческие мастер-классы, а со сцены прозвучали песни разных народов России. Более 1500 человек посетили этнофестиваль «Культурная мозаика народов России». Организаторы пообещали, что в следующий раз будет не менее насыщенная программа. Она отразит тему, которой посвятят 2023 год в России. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».